Somebody stay here with me or no? Congratulations with victory. Please, a brief commentary about the game. Okay, good evening everybody. I think we play serious game, except in the maybe first 5-10 minutes we have also good performance in offense, and we finished the game with a comfort distance in the points. The key is our good defense, especially against Aksemov, who is not scoring today. But unfortunately, these two injuries is very important for us, and now we are preoccupied more for this. If we compare the away and home games against Astana, what can you say about the difference between? Look, when you play at home, always is more easy. Even if you are not 100% with your fans in your gym, is more easy to play. Away always is difficult to win the game, but today we have a good attitude and we play good game. Thank you very much. Thank you. Ano, Sergei. Какие у вас впечатления итогом сложившейся игры? В принципе, игра получилась так, как мы ее запланировали, как мы работали, готовились к ней. Я считаю, что первую половину мы не забили свои легкие мячи, промазали много штрафных, но при этом хорошо защищались и пропустили мало очков. Во второй половине мы сыграли так, как можем играть и как должны играть. Я думаю, вторая половина и дала нам тот настрой, энергию, с которым мы завершили эту игру. Что вы можете сказать о игре Астаны и о прогрессе, который команда сделала с момента предыдущей встречи? В Астане добавились серьезные игроки, и они очень сильно усилили команду. Эта игра показала то, что нет слабых команд в лиге, и мы должны настраиваться на каждую игру. Астана — очень хорошая команда, с которой надо готовиться и с которой надо играть в полную силу. Спасибо большое. Не за что. Спасибо. Так. Опа! I'm ready. Олег Валерьевич. Краткий комментарий по итогам сегодняшней игры. Я думаю, что здесь много говорить не надо. Мы абсолютно отвратительно сыграли в нападении. Это была худшая игра в нападении за все игры, которые мы сыграли в этом сезоне. Не было команды. По защите мы дали Униксу забить 79 очков. В принципе, для нас, где мы забиваем там больше, пропускаем больше 90, то есть это более-менее нормально. Нормальный результат. Но по нападению это катастрофа. Каждый решил опять выиграть игру в одиночку. Хотя перед игрой мы об этом говорили, делали акценты, что надо играть командно, двигать мяч, искать партнеров. Последние игры не играл Майкл Майерс. Да, у него небольшое повреждение в матче с Саратовым было. Его восстанавливают. О точных сроках я сказать пока не могу. Дмитрий Гаврилов набрал 11 очков. Как вы... Я рад за Диму. Команда проиграла. Вопрос по штрафным. Казалось, что Уникс гораздо больше в первом матче. Так они здорово играли в обороне. Нет, то есть сказали, тут, честно говоря, такой вообще для меня. Я и как бы момент. Мы ни одного штрафного в первой половине не пробили, они пробили 15. Но это вопросы к судьям, а не ко мне. Наверное, так. Но статистика говорит об этом. Спасибо большое. Вам спасибо.